Так где он, блядь? Братишка! Где ты, блядь? Карл, где тут, блядь? А, во машина. Бать, в машину или куда, блядь, или ему? Сколько ты уже им дал? Я дал 10. Слышишь, да. 10 дал. 9. Это получается 29. Да. Так, смотри, 39 сейчас будет. Так, вот 39. Сорок девять. И один остался. Ладно, бери ты. Чё, Карл, а что сейчас такое? Что, чё сейчас будет? Что? Поезд мимо. А, отлично, блядь. Блядь, там где он там? Все, последний граунд, да? Вот мы, кстати, еще это оружие не торгуете вообще. Что, какое оружие тебе нужно? Да мне, не знаю, ну почти любой, там, дробовики, там, стоят, на вот. Оптом? Ну, примерно, от скольки штук? 9-9, я поздравляю. Вот 10-10. Давай так, гибай. Что тебе интересует конкретно? Бил там, смотри. Ну, дробовиков, но это подумать надо. Ну, смотри, они сколько стоят? 1500 или сколько? 2500. А, 2500. Ну, да. Ну, если ты будешь брать, допустим, 40 дробовиков, это две машины загружены, 42, получается, 21 можно в машину загрузить. Я понимаю, да, но смотри. Смотри, 42 дробовика, нахуй, если будешь брать так, короче, 2500, я говорю, я не знаю людей, сколько они готовы дать за это. Что? Нет, тут нереально. Ну ты видишь, что у меня там работа драйвер? Это Windows Store. Давай, да, пока еще буквально.